Здорово, бойцы, на связи Флэс. Дуэль с подписчиком или с подписчицей. Играет с коммунистка, но у него в профиле в Стиме стоит имя Серега с аватаркой обезьяны, и он из Индии. Назовем его просто Оно. Так, я там КМБшку делаю, у меня камера вот такая, скорость камер выставлю, чтобы было немножко пошустрее. Играем на карте Вервиль. В свое время мне эта, кстати, карта очень сильно понравилась, поэтому мне играть на ней приятно. Так, пулеметчик сразу. Я, наверное, поставлю его как-нибудь так, пусть он... Я даже, наверное, не буду сейчас показывать себя, пусть он отхватывает центральное направление. Так, здесь прям прекрасная позиция. Я бы еще вот здесь вот понаставил. Так, а вот брустер мне ставить здесь не надо. Гранаты пошли. Я, кстати, выбрал случайную нацию. Мне выпали японцы, чему я несказанно рад, потому что японцы... В японцах сила, знаете ли. Так. Угу. Нет, это был не пулеметчик, мне показалось. Так, ладно, пока что мы здесь как-то хаотично перестреливаются. Я все-таки хотел бы не допустить, чтобы противник как-то здесь пролез. Давайте поставлю два таких. А чё два? Три бруствера. Одного автоматчика сюда и одного сюда. Пусть он даже не дергается. Так, наверное, даже можно просто здесь все заставить брустверами. Лишним не будет. Так, вот и стрелка возьму на всякий случай. Ну так, потихонечку начну. Я что-то перестал в последнее время потихонечку начинать за японцев. Возможно, зря я это делал. Надо всегда потихонечку. Ну, пулеметчик прихлопнул, неплохо. Так, центр-то, кстати, не за мной. Пусть у меня парень здесь чинится, лечится. Вот здесь мне как-то не нравится. Сюда бы вызвать еще. Хотя стоп. ПТ-стрелок. У меня же есть ПТ-стрелок. Причем замечательный. С такой интересной вундервафлей. Так, мои-то начинают застраивать брустеры. Мой пулеметчик, кстати, неплохо так себе показывает. Уже убил одного. Или вообще не убил. Не знаю, короче. Будем считать, что он просто хорош. Так, ну, кстати, оппонент мое время... не теряет, и он тоже немножко так брустеров ставит, еще и ползет. О, куда? К мне хочет гранату за японцу. Лови котелок. Как же мне нравится, как они улетают от котелка. Даже трактор такого не выдержал. А вот это плохо, слушайте. Так, ну ладно, Хаго пошло в атаку, потому что что-то как-то меня начинает здесь импровизированно атаковать. Да что ж такое, почему-то я люблю слово импровизированно, так часто его использую. Хаотично, скорее. Так, ну сила в Хаго у меня здесь явная. Я просто хочу немножко расчистить пехоту. Тем более, что он играет за американцев, соответственно, никаких ПТ-стрелков ожидать не стоит. Бояться нужно только легких пушек. Да и каких-нибудь бронебойщиков. Мне это все-таки жалко. Вот, а, она вообще растворилась. Жалко, конечно. Просто так ПТ-стрелка потерял. Просто потому что отвлекся. Так, наверное, я вообще возьму новобранцев. Я не полезу в Хаго. Вслепую. Так, а здесь автоматчики-то у меня грохнули. Еще одного возьмем. Еще одного грохнут. Не так уж и плохо. Так, мне пора бы уже... захватывать. Давай сразу гранату бери. Да, мы прям одинаково думаем. Так, сколько там? 16 метров, да? 18. Я даже вот так, наверное, сделаю. Дымовую шашку сюда. Сделаю вид, что я там прячу. На самом деле нет. Так, вот этот пулеметчик мне здесь вот не очень нравится. В принципе, я знаю, как его можно закинуть. Ох, так здесь целая толпа народу.
Это я просто хочу от вот этого пулеметчика избавиться. Уж больно он лишний. Супер. Просто супер. Еще и командир шлепнул. Так, ну кого там? Не брал он еще интересно элитную пехоту? Вроде бы нет. Так, ну все, тогда я начинаю играть. Ну как играть? Сливать Хаго. Моя любимая часть игры. Он, кстати, тоже кидает толпу пехоты, но у меня тут здесь, ого-го, у меня здесь легкий танк, призывники разрываются. Так, он тут стрелял по мне, я не понял немножко. Совершенно точно, легкая пушка. Так, кстати, вот судя по вот этой вот толпе, возможно, он что-то и планировал на этом фланге. Возможно, даже атаку. Так, как будто он может починить. На всякий случай. Ну так, чтобы ребятам скучно не было. Так, стоп, а вот это вот нехорошо. Те, кстати, подорвались. Неплохо. Так, ну, коли уж у меня там валяется танкист... Так, стоп, а я еще вот сейчас что сделаю? Камикадзе. Будет у меня таким неплохим бонусом. Так, ну хотя он что-то на этот фланг-то рванул. Нет, нет, наверное, все-таки здесь попробую проползти. Хотя что-то чувствую, что здесь все-таки меньше. Либо вообще просто никого нет. Ладно, преимущество я выиграл. Но преимущество пока что не очевидное. Потому что у меня нету никакого бронебойного противотанкового средства. Пока что чисто в позиционную войну играем. Я еще могу ее запросто проиграть. Здесь патроны заканчиваются. Так, а возьму-ка я, наверное, офицера. Такой, мне кажется, наиболее рациональный способ пополнить боеприпасы, чем все эти грузовики брать. Грузовик это не наш, бро. Здесь, не знаю, давай. Не знаю, сам, наверное, разберешься лучше. Так, офицер. Кидаем сюда. Сразу, наверное, выкидываю пистолет. Меня, кстати, некоторые спрашивают, почему я выкидываю пистолет, потому что, когда вы ставите режим открытой стрельбы, он иногда переключается на пистолет и не использует свой бинокль. Можно, конечно, выключить этот режим, но тогда биноклем он смотреть не будет. А бинокль здесь работает по принципу оружия, то есть сводится на вражеских пехотинцев. Ну, тут чисто, мне кажется, надо механику понимать, и тогда все станет ясно. Конечно, охренительно объяснил. Вот, кстати, наверное, зря я так сделал. Надо было... Тихо, ты не камикадзу. Надо было двоих здесь, троих там, а то так целой толпой. Сейчас же, вот, как обычно, солью, камикадзе, да и все. Давай-ка для начала один попробует у меня здесь прорваться. Ну, конечно, нехорошо получается. Я даю ему время закрепиться, и вот как только он закрепится здесь, он и начнет меня атаковать. Потому что, ну, пехоту-то он уже будет здоров. Я называю его... Его он. Написано коммунистка, так странно. Здесь еще никого нет. Так, ну что-то походу никого здесь нету. Оно и хорошо. Я вот это направление не буду его давить, хотя надо бы. Ну не буду. Просто потому что я хочу проиграть. Во, вот, я боялся чего-нибудь такого. Так, 325 и 400. Ну не, наверное, все-таки чину. Чину идеально здесь будет. Даже бы идеальней. Так, так, прячься, поживи у меня немножко. Ой, ребятки, поджимайтесь. Чину вот мне нравится. Прям хороший танк. У японцев фишка в танках вообще есть. Сейчас объясню вам какая. Только до конца добьем 19. Это все. Так, ну и все. Чину. О, господи. С первого же выстрела на трак.
Ну, в принципе, он меня не пробьет. Чину не самая такая картонная машина. Все-таки 50 миллиметров. Хотя я не помню где, возможно, просто в башне. Как-нибудь пробить бы ее. Классно. Ну, там, в принципе, разница была в 5 метрах. Поэтому то, что я так подстрелил, ничего удивительного. Так, ребятки, ложитесь, если что, будете кидать гранаты. Давай, вообще вот сюда. Лечись. Так, толпень моих. Таджик. Ползите дальше. Угу, кое-что поинтереснее. Зипа. А я как раз починил чинушку. Так, ну что ж, дзе. Дзе. Он идеально стоит. Мне сейчас главное... Ой, господи. Если бы у меня сейчас был... Ну, если бы докобы до во рту росли грибы. Хорошо, что у меня был заряжен подкалиберный снаряд. Просто он угол подставил неудачный. И Шерман, как и 34-ка, довольно сложно пробивается с чину. А под таким углом, когда он практически под 90 градусов подставляет верхнюю лобовую деталь, пробить, ну, просто за здрасте. Так, техники у него нет. По технике дуэль я выигрываю. Да, так-то и по пехоте тоже. О, конечно. 45. Мужей уже подстрелил. 46. Плюс у меня есть разведка, что немаловажно. Вот здесь, кстати, нехорошо. Тоже мог проползти. Да я вообще брустер поставлю. Так. Ага. Ага. Не, не. У меня обзор, в принципе, на всей карте, поэтому такие вот рейды не прокатят. Пулеметчик. Командир. Ну, типичная проблема Грейхаунда. Спотыкается просто обо всем. Йоу. Он тоже смышлен, оказывается. Тоже бронебойными стреляет. Да. Сейчас будет забавно. Слить М19, слить Шермана, но проиграть Грейхаунду. О, двигатель. Сгорит? Да, все, сгорел. Прекрасно. Плазмоган. Кто бы мог подумать, что на чину установлен деструктор, пробивающий целые здания. Ну что ж, ползем дальше. Тяжеловато, конечно, ему. По рангу он средний игрок. И чувствуется нехватка опыта. Хотя последний бой с подписчиками, в принципе, доказывает обратное, что расслабляться не стоит. И может быть абсолютно всякое. Так, ну что ж, этих можно уже начать раскидывать, что ли. Давай, один сюда. Четверо ползут дальше. Я не знаю, что его сейчас может так прям сильно выручить. Калиопа, ну, сами понимаете, у меня разведка есть. Дымовую шашку ловить. Лечимся. Стукнули и убежали. Красота. Так, чину у меня еще и жив. Пусть он назад откатывается. Это у меня так чисто противотанковое средство. Опа. Так, зато знаю, где респаун теперь у него. Вулверайн. Росомаха, значит, поехала рвать меня на части.
Так, стоп, а у него какая пушка-то? 76-миллиметровая. Дистанция 130, да, у него? Так, у него преимущество практически во всем. Я, конечно, смогу его взорвать с помощью камикадзе, но... Не знаю. Я хочу дать ему шанс. Хотя вот сейчас дам ему шанс и проиграю. Дрова, спасите. Эй, ну почему? В фильме Ярость же бревно помогало. Надо было выезжать. Так, давай-ка. Не-не-не, наверное, один здесь все-таки все будет. Так, ну фиг с ним, пусть этот Волверайн живет. Если он мне будет прям сильно мешать, я его взорву камикадзой. Так, парни, давайте. Прямо здесь. Так, вот этот, я боюсь, что он может спалиться одна. Хотя нет, нормально. Ну и прямо контролирую сектор респауна. Мне кажется, все четко. Все продумано. Ладно, немножко паранойи задам ему. Взорву камикадзой. Тем более, что он там меня уже начинает с танка расстреливать. Yes, я не понимаю, у него очки что ли закончились? Он юнитов не берет, у него пехоты нет. Я еще, по-моему, даже ни разу не видел рейнджера. Я не верю, что у него юниты закончились. Очки в смысле. Так, давай. Бери таблетку от головной боли и беги. Понял? Ну, а ты как хотел. Целый бой без действия, оно к такому и приводит. Прикладом промазал, что ли? Ладно. Сочтем на неудачу. О, танкист, пошли в атаку. Дело дошло до триариев. Тоже поджал меня колотить. Ну, зато, кстати, флаг сбил. А вот она, элитная пехота. Ну, была. Взял, называется. Ну уж прости, не удержался. Один рейджер в итоге прибежал. Даже не смотрит, то есть не проверяет. Не в курсе, что ли, то, что их там сразу 5? Десантники. И все равно не бежит проверять, но... Ну, не знаю, слушай, не знаю. Просто на хаго проеду. По очкам у меня уже просто люто все. Я могу даже хато взять... Еще чего-нибудь смертельного, опасного. Не-не-не, так. Вот так вот. Отличная позиция. За бревнами. Так, надо помнить, что у него там остался один безоткатник. И лишь его вроде как мне и нужно бояться. А, вон он. Злая дистанция у него, если вот так вот посудить, 40 метров.
Все, угрозы миновали. Значит, Хагу стартовали. Ну, да, я уж понимаю, что ранг, ну, совсем уж не тот. Уже даже не знаю, выставлять это или нет. Как обычно, сейчас прошу у него. Может быть, сейчас что-нибудь интересное да произойдет. Ну, вообще, я не знаю, я постоянно... Постоянно об этом говорю, выставлять, не выставлять. Потом все равно выставляю, вроде как нравится. Всегда кому-то нравится, кому-то не нравится. Свое же поражение выставил. А там было все еще хуже даже. Ну, я не знаю, целую хату брать ради хаунда. Вначале, кстати, как-то поактивнее было все. Сейчас, ну, прям полное бездействие. Это если... Если разбирать ситуацию. Я еще и без панели играл. Понял. Вечно путаю. Ну, вот... Что за шестое чувство, я понять не могу. Специально остановился, подразнил и поехал. Услышал, что ли? Ну, ну, возможно. Возможно. Опять как-то гранату почувствовал. Гранная стрельба по заборам. Отлично. Вот вам и интересный момент. Так, ну что, время элитной пехоты, наверное, да? Нет, так. А то сейчас... Ой, смотрите, рвать меня начал, да? Вот. Оно всегда так бывает, понимаете? Я тут уже на расслабоне, на кайфах просто. Начинаю так, выставлять, не выставлять. Легкая победа. И тут на тебе. Внезапный поворотец. Сколько раз я уже через это проходил. Так, бронебойщики сразу же. Давайте немножко пособраны, серьезно. А то и такое могу проиграть. Я уж, по крайней мере, знаю, что я способен на это. Но он мне просто не захотел бежать. Прям массово меня начал давить. Надо отбиваться теперь. Возьми. Да, слушайте, это так, не так-то просто. Сейчас еще будет пулеметчики понаставил. Вот сейчас вот эти вот морпехи, которые... А, это морпехи уже, это не десантники. Да мне сложно. Мне сложно продавливать это. Обалдеть. Танк нужен. Ну, кину, ладно, возьму. Надо убить просто этот грейхаунд. Он какой-то неугомонный. Обалдеть. Просто, я не знаю, он все заставил пулеметчиками. Может быть, он на это и рассчитывал, что я расслаблюсь и дернет. Вы посмотрите, как он меня давить-то начал. Так, ну все. Рехаунда нет, значит, более-менее освободился. Надо еще скорости добавить к камере. Кстати, камера поехала. Я сейчас ничего не нажимаю. Это называется «Живет своей жизнью». Да. Ситуация. Сейчас бой затянется. Блатка меня, блядь. Знаете, что я ненавижу? Когда вы оглушаете танк, танк продолжает перезаряжаться. И получается так, что у вас тоже заканчивается перезарядка, и когда он уже после оглушения очухивается, вы стреляете одновременно. А бывает даже... Даже не бывает, а чаще всего он просто быстрее стреляет и уничтожает вас. Ну все. Кстати, аналогичная ситуация с того боя. Меня он просто начинает кромсать танками. То есть я беру танк, он танк уничтожает и давит меня еще одним танком. Делаю вид, что бегу справа. На самом деле бегу по центру и...
и мне не хватает миллисекунды, убивает обоих. Классно. Ладно, не буду из этого ничего выдумывать, возьму... Ничего не буду брать. Просто мины постараюсь его уничтожить. Так, ну что, я уж не буду брать. Чину возьму. Меня, кстати, этих поубивали. Я что-то забыл вообще про них. Меня так и кромсает его пулеметчики дальше. Вот серьезно, я могу этот бой еще слить. По крайней мере, все к этому идет. Он так моментально меня продавил. Ну, танки, заряжающие фугасы. О, да. Я просто промолчу. Ладно, церемонии закончились. Мне просто надо было сделать выстрел. Но я начал перезаряжаться, потому что танк зарядил фугасный снаряд. Моя криворукость... Нет, я не согласен с этим. Он меня поставил на трак. Да, у меня пушка не опускается. Пипец, это просто... Это просто обалдеть, что происходит сейчас. Понимаете, да? Весь бой провел себя как... Я не знаю, ну безошибочно играл. И начинается. Да. Так. Я так понимаю, я сейчас ничем этот чафи не побью, не подобью. Таджики в бой. Опять меня давить начинает. А, ну он опять зарядил фугасный снаряд. Здорово. Опа. Там какое-то движение было. Такой маразм. Еще и пушку выбил. Ну, если он стреляет сейчас вот с расчетом, вот, серьезно, по гусенице пушку сломал, а не от фонаря, там, просто нажав на правую кнопку мыши по танку на силуэт, то прям, ну, молодец. Просто без спора молодец. Такой танк держит по мощи. Гораздо превосходящий. Так, ну, надо думать, потому что я уже намереваюсь серьезно слить очередной бой абсолютно по-тупому. Потому что, просто потому что я не могу пробить танк. Сначала, ну ладно, я не буду. Надо, короче, сейчас не жаловаться, а делать. Так, уезжай. Просто уедь. Я под другим сектором попробую. Сейчас я убью этот чафи, какой-нибудь другой танк выйдет, и он уничтожит с одного выстрела, мой что. Мины не пробивает в этот раз. Хотя, когда я на цехе играл, ну вы помните, да, где там я взрыв устраивал. Я в лоб даже уничтожил. Бронебой на моего офицера грохнул. Но просто удача на его стороне играть. Либо опыт. Тут уж кому как. Фишка в том, что даже сейчас мой что себя по цене не оправдывает. А, так я простреливал, оказывается. Но офицер-то мне был полезен. Слава богу. Господи, я подбил, я сделал это. Так, а мне... Блин, ну я даже не знаю. Может, мину уничтожить, потому что... Можно, конечно, счетерить, но я не буду читерить. Я прекрасно понимаю, что это не мой путь. Ни очков нету, чтобы взять пилой. Ладно, фиг с этой миной. Она бестолковая. Да. В конце концов, у меня есть танк. Нет, все, я до конца подбил. Зачем? Ну, я не буду тебе сейчас в чате отвечать, но просто на видео очевидно видно, что я просто не могу больше никакую пехоту взять. Все, сейчас просто надо спокойненько от танка сыграть, да и все. О, смотрите. Че он танкистом бегает, не понимаю. Так. Надо вот эту вот хрень все разобрать. Пулемет, давай.
ржавые пулеметчики, автоматчики, все на свете. Ребята, начинаем атаку. Ты у меня просто ложись, бери в руки базуку. РПГ четвертую, точнее. Так, надо сразу же избавиться от пулеметчиков, таких самых назойливых. Ладно, вот как раз таки я и заприметил. Ты меня и кромсал. Так, ты не стреляй. Так, ну, конечно же, у меня опять телефонный звонок. Вовремя охренительно просто. Все, пулеметчик подбит. Я не понимаю, кто меня так бьет, что я даже голову поднять не могу. Морпехом просто меня пехотой, что ли, закидывает. Ладно, беру новобранцев. Танк, у меня еще танк не стреляет. Танк его не поставил. Понятно. Ладно, очки у меня еще есть. Его пехота постепенно погибает. И мне нужен просто шквальный огонь моего пулеметчика на танке. Извините. А, еще вот тут партизан был. А, так он еще огрызается. Кидай гранату, дьявол, тебя подери. Кто? Кто меня убивает? Пистолет, пулемет, пистолет, пулемет. Том... Меня Томпсон так кроет? Ну, я прям голову понять не могу. Так, ребятки, просто закидываю ночной гранатами. Все, флаг берет, слава тебе, господи, а то... У меня уже серьезно какое-то неспокойствие пошло в душе. От вот этого бы я бы еще избавился. И что это за хрень сейчас была? Почему? Пока черышки, короче. Можешь подстрелить? Нет, не можешь. Камень, потому что... Ну и все. Слава тебе богу. Так. Что еще такого осталось? Танкисты здесь всякие валяются. Избавляясь от всего добра. Угу. Грейхаунд. Я не буду ничего больше говорить, типа, не прокатит. Просто, тем более у меня тут фугасный снаряд заряжен, как и обычно. Так, я все еще не беру. Меня Томпсоны просто кроют. Тяжелый пулемет возьму. Еще один пулеметчик. Сколько можно? Так, этого я вот так вот, наверное, грохну. Ну нет, нет, он еще, он воюет, понимаете? Молодцом, молодцом прям. Так, а граната бегит. Каким-то просто краем глаза увидел. Ну, я, мне кажется, вот этот обходной маневр станет роковым. Поставлю сюда пулемет. Все, все, чтобы не прошел.
чтобы это не было сюрпризов. Я понял, что он хотел элитную пехоту кинуть на правое направление. Эх, надо было еще это среагировать немножко. Так, ладно, пулемет отправляется у меня на правое направление. Теперь, ну, цепляется за победу до последнего, понимаете? В чем фишка? Он сейчас будет здесь меня атаковать. И мне надо быть к этому готовым, хотя бы морально. Десять очков уж дожать. Господи. Неопределившийся автоматчик. Или он нет, просто не успеет добежать. Ну, покажитесь. А теперь вас здесь встретит вот это. Вот что такое разведка, понимаете? Когда разведка сработала как так, как и надо, как так. Того стоило. Классно. И вот, понимаете, опять все как по маслу пошло. Вот бывают такие фазы, когда ну просто хрень происходит. Ты не подбиваешь никого. Твоя пехота мрет как муха. И ничего с этим поделать невозможно. Сейчас ну просто опять все изумительно, как и начиналось. Поэтому, ну, мне даже объяснить это сложно. Мне на самом деле понравился вот этот вот переломный момент такой, когда вроде бы, знаете, так все на спокойствие, побеждать, а как в простом бою. Только здесь, не знаю, немножко... Ситуация была, конечно, иная. Я и за японцев играл, да и, в принципе, у меня очков было побольше. Так, ну, в общем, победа. Победу я этому ни в коем случае не называю разгромной. За сопротивление прям респектуха. Насчет зеленоват, ну да, я согласен, ранги сами видите. А насчет хорошо поиграли, я, в принципе, тоже согласен. Вот этот тот момент мне очень сильно понравился. Поэтому коммунистки Сереги... индусу, не знаю, как хотите его называйте, спасибо за игру, хоть он и вышел. Ну, а вы делайте выводы. Вот, неплохой такой поучительный бой. Я бы даже сказал, отчасти непринужденный, отчасти волнующий. Волнительный, в смысле. Ну, в общем, как-то так. Ладно, на связи был Флэс, надеюсь, понравилось. Конец связи. Thank you.